Буровая компания «Оазис». Бурение скважин, видеодиагностика, ремонт и чистка, инженерно-геологические изыскания. Гарантия не менее 5 лет. «Оазис». Первоуральск, улица Серова, 3А. Почему-то Росимущество не может сказать конкретно, что он будет делать с этим зданием. То есть здание его, весной закончилась аренда, им передали как бы в собственность. И все, и оно встало. Нет ни охраны, ничего. На что Росимущество говорит, ну вот у нас нет денег даже на охрану оплатить, у нас все счета арестованы. Давайте, вот мы сейчас вот 3 месяца искали ЧОП, который будет охранять, там никто коммерческие предложения не дает. Ну я считаю, это просто отмазки, я так ему и сказал, в принципе, что ну, это просто отговорки. Разговор был очень жесткий, общественники выступали и решили сейчас все-таки, сейчас администрация города и западное управление города, ну, городского округа, будет разговаривать с нашими предпринимателями, кто бы хотел это взять здание себе под какие-то нужды. И плюс Росимущество будет его выставлять на торги. Задали вопрос, вот смотрите, сейчас еще времени пройдет, нет охраны, и когда выставится это все на торги, вообще что от здания останется? Ну, вот он говорит, вроде все мы порешаем, чтобы была охрана. Спасибо большое общественникам. И вчера они очень так жестко и громко высказывали свои претензии на общественном совете. Поэтому очень мало активных людей у нас, и вот общественники с Магнитки, они, конечно, молодцы. Вчера они показали, на что они способны.